Награды нашли героев лучшей строительной организации Самарской области, отмеченной дипломами правительства региона. Вручение прошло в канун Дня строителя, который отмечается каждое второе воскресенье августа. Сегодня доля строительной сферы в экономике губернии составляет более 7%. Растут темпы ввода жилья, больниц и школ. А тех, кто созидает, во благо людей в нашем материале. За достижение высокой эффективности компания ВТС «Метро» отмечена дипломом как одна из лучших строительных организаций. Награду вручил глава областного Минстроя Александр Баландин. Награда не моя, награда, я считаю, коллектива нашей организации, которая действительно приложила все усилия с прошлого Дня строителя до этого Дня строителя. Мы справились с поставленной задачей области. За прошлый год сделано немало, правда, у строителей свое летоисчисление. 1 января у них, 2 воскресенье августа – профессиональный праздник. К этой дате компания подошла с солидным созидательным багажом. Строительство станции метро в Самаре, возведение скоростной ветки трамвая до стадиона «Самара-Арена». Это позволило значительно разгрузить транспортный поток во время чемпионата. Все работы выполнены в непростых условиях. Сроки были очень сжатые уже. Да еще весна была такая и осень удачная, что нас заливало все. Ну, я думаю, нормально справились с задачей. Успешная стройка в короткие сроки. Все это благодаря опытным специалистам ВТС «Метро». В их адрес слова поддержки от главы регионального Минстроя. Мы с вами вместе подготовили, построили значительную часть объектов для проведения чемпионата мира. И успешно вместе или под руководством губернатора провели этот замечательный праздник. ВТС «Метро» строит объекты с огромным потенциалом. Скоростная трамвайная ветка оборудована современными тяговыми подстанциями, что позволит и дальше развивать этот вид общественного транспорта. Сегодня компания работает над рядом новых крупных проектов. Совместно с «Волготрансстрой» прорабатывается корректировка проекта станции метро «Самарская». Ожидаемое время начала строительства – 2019 год. Окончание при устойчивом финансировании – 2022-2023 года. Также ВТС «Метро» готова проложить трамвайную ветку до Сухой Самарки, как только будет готов Фрунзенский мост. Залог уверенности в своих силах – высокопрофессиональные сотрудники. Сочетание опыта и новых знаний позволяет компании уверенно смотреть в будущее. Руслан Шарипов, Алексей Гриднев. Новости губернии.